вместе и врозь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как всегда, в это время на волнах Радио 4 передача «Вместе и врозь». У микрофона ее ведущий Сергей Овчинков. За пультом звукорежиссера Хейли Холло, и мы напоминаем, что мы в прямом эфире. Как всегда, в рамках этой передачи мы обсуждаем различные вопросы, связанные со взаимоотношениями между двумя половинками. И если мы все-таки найдем какие-то ответы на ваши вопросы, значит, мы не зря это делаем. Сегодня у нас довольно такая интересная тема. Я даже не задумывался о такой вещи, которую мы будем сегодня обсуждать. Я нашел эту вещь случайно в интернете, описание. Мы сегодня будем говорить о зависимости, но зависимость непростой. Разумеется, наверняка у вас, дорогие радиослушатели, в голове возникла ассоциация. Это может быть алкогольная, наркотическая зависимость, зависимость от игр в казино или что-то такое. Нет, нет, мы сегодня как раз будем говорить о такой вещи, как любовная зависимость. Очень многие люди, когда встречают какого-то человека, начинают испытывать невероятные ощущения, просто, может быть, сходить с ума по этому человеку, и они начинают думать, что это любовь. Вау, мы в него влюбились, я в него влюбился, я в него влюбилась, и вот так далее, так далее. Но зачастую как раз получается, что это не то чувство, о котором эти люди думают. Это все-таки может быть именно зависимость, и это может быть также чревато последствиями. Представляю наших гостей сегодня в студии. Это психологи, уже наши давние знакомые, чуть ли не наши соведущие, соколлеги. Это Никита Григорьев и очаровательная Валентина Склярова. Ребята, привет. Добрый день. Здравствуйте. И Антон Шумихин. Даже не знаю, как тебя представить. Человек с жизненным опытом, наверное. Можно так даже сказать. Привет, Антон. Привет. Ну что ж, сегодня тема все-таки не такая веселенькая там или разнообразная. Мне кажется, что она может затронуть очень сильно мысли и чувства других людей, и потому что не все могут сознаться в том, что это зависимость. Валя, как ты считаешь все-таки, любовь и зависимость, насколько это легко или сложно различить человеку, даже пока у него, может быть, есть розовые очки на носу или когда они уже сняты? Угу. Спасибо, Сереж, за вопрос. Ты знаешь, я для себя даже составила такой списочек критериев, сидела, набрасывала еще буквально вот до того, как зайти сюда в студию. Но так в одну фразу уложить это довольно непросто, потому что сложный механизм. Но если сказать вот так вкратце в одном предложении, то как бы так это романтично не звучало, но любовь, она отношения развивает. Да? Она отношение к чему-то такому более там, высокому приводит. Да? И здесь союз таких двух автономных, самодостаточных, цельных людей. А если мы говорим о зависимости, ну, об эмоциональной, да, в частности, здесь, на этой передаче, то такая любовь, она скорее тормозит. И здесь человек выполняет функцию некого объекта, через который я буду что-то для себя получать. То есть скорее этот человек для меня какая-то функция. Вот это если вкратце. Никита, когда мы с тобой обсуждали эту тему до передачи, ты просто категорично сказал одну точку зрения, свою точку зрения. Я даже могу процитировать. В двух словах, запятая, любви в общепринятом смысле не существует. Мы не любим кого-то, мы любим себя. Довольно резкое высказывание, ты знаешь? Да, конечно, это сказано с некоторым преувеличением. Но я пришел к таким заключениям, после лет 5 практики с разными родами зависимости, в том числе любовной. И самый простой пример, когда у какой-то женщины мужчина там выпивает пиво с друзьями в скверике на лавочке, она рассказывает, как все плохо, и на вопрос, почему вы все еще с ним, если все так плохо, я же его люблю. Так если вы его любите, сделайте ему бутербродиков, помидорчики, огурчики, и ему будет хорошо, ваш любимый будет счастлив и доволен, но нет. Эта женщина любит себя, она хочет, чтобы ее вот этот муж, который в этот момент занимается с друзьями, там, чем угодно, чтобы он был с ней и делал ее счастливой. И очень часто это именно то, что люди называют любовью. Но это тогда получается зависимость. Это уже этап зависимости. Очень часто бывали такие моменты, среди моих некоторых знакомых, когда муж, может быть, он не злоупотреблял алкоголем, но при этом он мог поднять руку на свою спутницу. И когда ей говорили, что ты делаешь, ты с ума сошла, уходи от него, он тебя просто, может быть, забьет до смерти рано или поздно. И в ответ я слышал такую фразу, которую я до сих пор не могу понять. Но я же его люблю, но он же меня любит. Какой любит? Вы что, с ума сошли? Бьет, значит, любит. Это неверная фраза. Кто ее придумал, пожалуйста, пускай пойдет по доске на пиратском корабле в море. Ой, Сереж, я тебя очень
поддерживаю. Можно я сейчас просто сразу добавлю? Но мы все равно к этой теме придем, да, всему роду мы с детства. Особое влияние на нас оказывают те, как бы, паттерны поведения родителей, те модели. Мы вообще, в принципе, три таких пути, через которые мы познаем, что такое любовь. Первый путь — это вот как я понимаю, что родители меня любят, как они меня дали пощупать, да, вот это чувство. А второе — как я понимаю, что я их люблю, да, это вот мой пример чувствования. И третий вариант — это то, что я вижу между ними. Вот я между ними что-то уже наблюдаю. Вот, и вот это вот хорошее сейчас тебе дам такой ответ на это. Вот девочка у нас. Вот, кстати, папы, вам подарок. Слушайте сейчас очень внимательно. Такой важный совет. Значит, если у вас доченька, обязательно нужно говорить ей, что она ваша маленькая принцесса, что у нее самый красивый носик, что у нее самые красивые щечки, что она вообще восхитительна. Глазки у нее оба просто замечательные. Вот. Почему? Потому что тогда женщина вырастает с ощущением своей женской самоценности. И второй вариант развития событий. Вот такая девочка у нас собирается, например, там, на дискотеку в короткой юбке. Понятно, папа переживает и прочее, прочее. Но он подходит к ней и говорит: проститутка, и дает ей подзатыльник. Так? И вот когда такая девочка вырастает, такой паттерн поведения уже у папы, он становится тоже нормой. Да? То есть каждый раз проститутка и подзатыльник. Вот. И вырастает такая девочка, и тут ее какой-нибудь мальчик в дверях случайно стукнул, он же ее обогнал. Это же нормально, что мужчина очень невежлив и вообще, в принципе, хам. И вот он как бы: здравствуйте, здравствуйте, в ее понимании, в ее Никита. И вот она как бы: здравствуйте, здравствуй, мужчина, вот он эталон, да, вот здравствуй, папа. То есть вот с ним теперь начинается отработка каких-то определенных ей знакомых отношений. Вот, поэтому бьет, значит, любит, а там надо копать дальше. Антон, твое мнение все-таки, можно ли различить вот так, может быть, на начальной стадии или на позже, где любовь и где зависимость? Взаимосвязаны ли они, или это вообще два разных качества, которые где-то схожи просто по ощущениям, но по своей сущности они противоположны? Как говорят, вопрос очень интересный и очень сложный. И где она грань, и вообще как их можно различать, это очень сложно. Это вот даже психологи не сразу, наверное, разберутся, люди, которые профессионально этим занимаются. Я считаю, что, наверное, эта зависимость, это по сравнению с обычным пониманием любви, это все-таки игра в одни ворота. Любовь – это должна быть двусторонним движением. То есть и от него к ней, и от нее к нему. А зависимость – это, видимо, все-таки именно когда один человек влюбляется, теряет голову, ему сносят все, он жить не может без нее. Он так думает, что если завтра... Сколько раз говорит, я сейчас выпрыгну в окно там, или что-то там, брошусь с моста, доходит и до этого ведь. А смысл? Я думаю, что очень сложно это дело различать, но, видимо, нужно, раз это все-таки болезнь, наверное. Я бы могла немножечко продолжить эту мысль насчет другого, да? То есть вот другой, он становится некой частью тебя. Вот в этом есть болезненность и патологичность этого момента. И поэтому, когда другой уходит, да, вот эта вот разлука, она непреодолима. И она поэтому так болезненна, что это как бы знакомство с некой даже смертью себя. То есть часть тебя уходит. Вот, и вот это вот является такой нездоровой привязанностью к человеку. То есть, если она кричит: хорошо, я сейчас перережу себе вены, я выпрыгну из окна, как тогда получается успокаивать? Нет, дорогая, нет, все хорошо, в порядке, я тебя люблю? Или уже объяснять: ты знаешь, эта проблема такова, что ты зависима, это зависимость, это не любовь, но это тогда может сыграть еще более роковую роль. Да, это зависимость. Сейчас, так, Никита, извини. Да, пожалуйста. Я считаю, что проблема начинается гораздо раньше. Дело в том, что первую часть нашей жизни, наша жизнь, наше счастье зависит от наших родителей. И это нормально. Потом наше счастье зависит от учителей, похвалят нас, не похвалят. Потом от друзей. Потом наше счастье по привычке зависит от наших супруга или супруги. То есть, если пара живет с идеей, что за мое счастье отвечает вот этот вот человек, он должен мне то, он должен мне то, он должен это прощать, это покупать и так далее. Это если у мужчин и у женщин. То, конечно, это прямой путь к зависимости. Если я сам не могу быть счастливым, если я могу быть счастливым только когда этот человек что-то делает или не делает, то я от него 100% зависим. Тогда я буду и прыгать с моста и так далее, и выбивать из него вот эти вот знаки любви. Есть что добавить, Антон? Думал над этой ситуацией, и, значит, получается, что как себя проверить, зависим я или нет. Это, значит, действительно провести тест такой, что могу ли я вот сейчас встать, уйти и порвать все отношения со своим близким человеком. Но близкому человеку ты не будешь так говорить ради проверки, потому что ты не будешь хотеть причинить боль этому человеку. Конечно. Теоретически это возможно, практически это рискованно. То есть, если я могу это сделать, я знаю прекрасно, что мы жили
как-то же жили, и не так уж плохо, до встречи с друг другом. Возможно, сможем прожить и друг без друга дальше, но другое дело, что я этого не хочу делать. Зависим ли я при этом? Значит, видимо, все-таки нет. Это очень важная, кстати, формулировка. Вот можно, да, сразу добавить. Там, если кто-то на проводе из женщин сейчас очень сильно сомневается, зависим или нет, они важны из мужчин, можно даже записать себе две фразы и потом, перечитывая, проверить, получив ответ, такой мини-тест. Значит, первая фраза звучит следующим образом. Да? Наши с тобой отношения, мы с тобой в отношениях, не потому что мне с тобой хорошо, а потому что мне плохо без тебя. Это первый вариант, да? И второй вариант очень важный. Это мне с тобой очень хорошо, но и без тебя мне неплохо, и я без тебя могу. Но я могу не хотеть без тебя, да? Вот. И вот в этом разница, которую сейчас Антон очень четко. Вот я как бы могу без человека, но я не хочу. Вот это о здоровье. Это о здоровых, безопасных отношениях. Напоминаем, дорогие радиослушатели, что мы сейчас в прямом эфире. Если у вас какие-то мысли, идеи относительно такой сегодняшней темы, любовь и зависимость, можно ли побороть зависимость, сталкивались ли вы с этим, пожалуйста, звоните, мы с удовольствием выслушаем ваше мнение и идеи. 611-41-41, 611-41-41. Напоминаю, опять же, что мы в прямом эфире. У нас в гостях психологи Валентина Склярова и Никита Григорьев. И, так сказать, человек с жизненным опытом Антон Шумихин. У микрофона ваш покорный слуга Сергей Овчинков, за пультом звукорежиссера Хейли Холла. Валя, вначале, когда ты давала совет папам в отношении девочек, я с тобой согласен. Действительно нужно так, чтобы подарить женщине чувство вот этой самоуверенности, чтобы не было потом опасности, что он может столкнуться с таким понятием, как зависимость. Но тут же есть обратная сторона медали. Ты говоришь так часто своей дочке, что она принцесса, она сама лучшая, она прекрасна. В итоге она вырастет, когда нет ли опасений, что у нее будет завышенная самооценка, и в итоге она останется в ожидании своего принца на белом коне, одинокой. Сереж, вот сразу тебя немножечко не то что поправлю, а скорректирую. Самоуверенность — это не про уверенность. Это самоуверенность, это демонстрация такого качества, которого нет. Да? То есть на самом деле уверенности у такой женщины нет. И, скорее всего, она как раз и росла в не очень безопасных, получается, отношениях. И вот этот страх избаловать, этот страх любить чрезмерно, вот мне, например, он действительно не очень ясен. Я бы даже немножко порассуждала здесь о чем? Вообще об общественных стереотипах, о каких-то социокультурных нормах, которые заданы вот полуролевым отношениям, да, гендеру так называемым, если мы говорим о социальный пол, да. Вот. И у нас, значит, еще там советская, пост... Ага, есть звонок, ну и продолжу эту тему после. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня Алексей зовут. Алексей, наша сегодняшняя тема такова. Любовь и чувство зависимости. Сталкивались ли вы с этим? И каково ваше мнение? Так мы постоянно с этим сталкиваемся. Ну, я вот не пойму, как вы говорите, там, чувство зависимости. А половое влечение вы куда отстраните, это тоже часть какой-то зависимости, да? Особенно у мужчин. Хорошо, спасибо большое за звонок. Никита начал так это лукаво улыбаться. Наверное, есть тебе что-то сейчас нам сказать. У Никиты любимая тема про гормоны сейчас. Конечно, оно все с этого и начинается. То есть, наверное, опять же, когда мы говорим, что это синий цвет, все понимают, что это за цвет. Но я очень люблю спрашивать клиентов вопрос, что такое для вас любовь, и я всегда получаю разный ответ. То есть... это что-то, что у каждого свое. Но когда мы это чувствуем, мы все понимаем, что это такое, нас накрывает вот это чувство. И в начале отношений, в начале любви, даже когда она обоюдная, это именно такой шок из коктейля, из гормонов. Там окситоцин, допамин и так далее, и так далее. Все, что заставляет нас чувствовать себя хорошо. И на этом допинге люди действительно могут начать жить вместе, купить совместную там недвижимость, нарожать детей. Но год, другой, третий, и допинг сгорает, чувства утихают, и остаются одни проблемы. И это превращается в зависимость, если нам не нужно стараться ничего решать, потому что у нас есть любовь. У нас есть любовь, она сделает все хорошо, проблемы усугубляются. И тогда, если на вот этом допинге не разовьется дружба и партнерство, тогда добро пожаловать в зависимость. Ну, тогда, получается, любовь вообще уходит на самый дальний план, самый темный чулан. Просто дружба, такое взаимопонимание, взаимопартнерство, и все. Мы живем вместе, потому что мы живем вместе. Опять же, и после 20 лет такой жизни, после того, как мы прошли через много кризисов, помогали друг другу и так далее, мы тоже называем это любовью, но это совсем другая любовь. Это не та любовь, которой там 16-летний парень любит 16-летнюю девочку. Можно пример?
Ну вот, просто, может, это как-то немножко объяснит. Вот есть такое выражение, это про любовь слепа, да? Вот. На самом деле, нет, не любовь-то не слепа. Это я просто в дополнение к Никитиному, да, такому монологу. А как раз зависимость слепа. И был в свое время такой интересный эксперимент. Все мы знаем, что когда к нам попадает объект на сетчатку глаза, он переворачивается. Вот. И там за счет силы притяжения он переворачивается обратно, еще какие-то механизмы. И мы видим предмет, как он есть. И вот у нас такой был, значит, опыт. Провели эксперимент, когда сделали такие очки-перевертыши. То есть вот если бы мы сейчас их все одели, мы бы мир увидели в другом, да, виде, он бы у нас просто перевернулся вверх ногами. Когда такой очки-перевертыш такие одевают людям влюбленным, которые находятся как раз на стадии вот этих гормональных, да, гуморальных проявлений, то они своего партнера не видят перевернутым. Он у них нормальный. Именно потому, что они его не видят. Они видят определенный образ, созданный их фантазией. Они видят что-то, что они там сами себе дорисовали и додумали. То есть вплоть до того, что наша физиология подсказывает нам, что объект это там в их отношениях еще нет. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Вот по поводу зависимости. А представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Капитолина. Капитолина, очень приятно. Ваше мнение? Мнение то, что, конечно, зависимость есть. Но есть зависимость добрая, а есть зависимость злая. Я приехала сюда 27 лет назад, стала здесь одна, все осталось в другом месте. И муж был у меня всем. Сестрой, братом, мамой, папой, любовником, мужем, всем. Вот все вот у меня, все крутилось вокруг него. И вот я сейчас слушаю вот некоторые вещи. Ну, наверное, надо очень любить. Так может, это действительно почему? Все-таки была любовь вот такая очень сильная, но не чувство зависимости? А, не действительно. А это, ну да, это и, вот именно это была любовь, потому что я 2000 верст бросила все и примчалась с ним. Ну вот вдруг приехал принц почти на белом коне. Ну, далеко не принц, конечно. А просто, наверное, надо в себя заглядывать. Тебя, а что ты хочешь от человека? Что он от тебя? Или когда ты пойдешь там с подругой, а вот он такой, а вот он такой. А или просто, а вот он такой, вот он моя стена. Вот. Капитолина, спасибо большое за звонок. Зависимость добрая и зависимость злая. Что-то новое я слышу в этом. Неужели это можно как-то разделить? Или все-таки это соединено воедино уже таким страшным словом, как зависимость? Антон, что ты думаешь по этому поводу? Ну, по-моему, все это просто немножко слова. Можно и любовь назвать зависимостью. Саму любовь, в принципе, в ней тоже этот элемент обязательно присутствует. Мы сейчас как бы рассматриваем зависимость в качестве такой некой болезни, которая... Как сейчас радиослушатель сказала, болезнь, которая злая. И вот еще интересный вопрос в таком случае. Где она грань? Вот мы все пытаемся понять сегодня, разговариваем, а где? Где, как различать? Только то, что любовь это проходит годами и превращается из эйфории в какую-то дружбу между двумя близкими людьми и понимание. Я считаю, что как бы объяснить. Нужно просто понимать своего близкого человека. Просто понимать. Но нужно хотеть это делать. Вот ну, хорошо, если представим такую ситуацию. Пара поссорилась, поругалась очень сильно. Вот они разошлись, может быть, в разные помещения. Не обязательно в одной квартире, в разные. Там, переругались так, что я не хочу тебя видеть. И один из них... Например, начинает думать, хорошо, как она сейчас чувствует, может быть, ей принести, скажем так, поесть там или что-то такое. Или, с другой стороны, он без нее вот так сидит дома, гордый, может быть, я не буду звонить тебе, я не буду с тобой разговаривать, но при этом ему хочется выть волком, потому что ее здесь не хватает. Где тогда вот зависимость или любовь, или что? Ну, это, конечно, очень у всех по-разному, абсолютно. Если ты как раз понимаешь и знаешь своего партнера, своего близкого человека, то ты знаешь, как в данной ситуации лучше поступить. Уже догадываешься, интуитивно или уже знаешь на опыте. Когда-то лучше подойти, когда-то лучше, наоборот, оставить в покое.
Или, опять же, осознанно сказать, что мне плохо, и мне сейчас нужно от тебя то-то и то-то, или оставить меня в покое, или побыть со мной. В данном случае, мне кажется, гордость — это не очень совсем про любовь, ну, в этом контексте такого примера. Потому что человек, который, ну, как бы дорожит отношениями, он, в принципе, ну, подойдет, он действительно опишет свои чувства, что я по этому поводу переживаю, да, как ну, я мне просто ощущаю. Вспоминается сразу старый мультфильм советский про журавля и цаплю, когда да, они да, друг да, другу да. бегали вначале, вот так друг да, друга отшивали, да, угу. А потом все-таки понимали, что что-то они сказали не так, но все равно история не закончилась так хорошо. Так вот это про зависимость как раз. Сереж. Это зависимость, да. Угу. Хорошо, если посмотреть вот так вот. Одиночество как вакцина от зависимости. Угу. Является ли это вариантом? Или это все-таки нужно психологически просто перебороть себя, даже общаясь с этим человеком, которому ты ощущаешь вот эту зависимость? Я могу это объяснить на примере работы с химической зависимостью. И, ну, это на самом деле очень понятно, потому что любая аддикция, любая зависимость, она имеет, в принципе, один и тот же механизм. У человека все равно есть тяга, да, и если это человек, то к объекту, если это там какое-то химическое вещество, то алкоголь и наркотики. Так вот, когда ведется работа с зависимым химическим человеком, и по выходу с реабилитационного, например, центра, по посещению группы, и по прочим вот этим моментам, поддержки там и так далее, ему дается следующее задание. Он должен фокус на себя и ответственность за свою жизнь взять на себя, научиться, ну, не должен, не очень, может быть, уместное слово, да, он должен приобрести как бы вот этот навык ощущение себя, чего я хочу. Это некая проактивность, то есть это умение о себе вообще в мире говорить. И потом ему дают задание, когда это ощущение у него появляется, я хочу, да, очень часто, в чем основная проблема у зависимых, у них сложность в самопредъявлении. Им очень сложно сказать, чего я хочу. Да, у него очень много всего надо. Надо кому-то, надо для кого-то, кому-то причинить добро, кого-то инфицировать любовью и вот и прочие конструкты. Так вот, такому человеку химически зависимому дают задание купить цветок. И после того, как он этот цветок взрастит, он его кормит, он его поет, он его удобряет, он его витаминизирует, проходит какое-то время, окей, ты можешь нести, в принципе, ответственность за другого человека, да, и с учетом ощущений и понимания себя как личности, да, даже вот в этих взаимоотношениях. Следующий этап — это купить животное, приобрести себе кошку или собаку, научиться отвечать, да, и быть в этих отношениях. Вот, ну, то есть этапы понятны, да, это постепенное. Если мы говорим о глубокой эмоциональной зависимости, а в такой созависимости пребывает у нас ну, достаточное количество населения. Ну, я могу, например, рассказать, я работаю с взрослыми детьми алкоголиков, да, вот с такими, у меня есть такие клиенты. И здесь с чувствами все очень плохо. То есть можете себе представить, в какой непредсказуемости и небезопасной ситуации живет, к примеру, такая девочка, которая сегодня мультики можно смотреть до часа ночи, да, а завтра у тебя в 10 часов отбой, дневник, да еще и опять очередной подзатыльник. То есть ситуация абсолютно непрозрачна, все непредсказуемо, и очень сложно предъявлять претензии, да, к такой системе. Ну, а потом он будет искать именно такие же стереотипы, когда вырастет. И только именно так, да, если это не будет проработано. Вот, Сереж, поэтому очень важно обратиться к специалисту вовремя, понять, что есть какая-то сложность, да, осознать свое вот это зависимое поведение, это паттерн зависимого поведения. Теоретически это очень все понятно, но на практике просто осознать, вот заглянуть внутрь себя, как бы это вот так фразеологично, там метафорично не звучало, это не то, что сложно, зачастую это бывает просто невозможно, потому что человек настолько одержим своей идеей по отношению к другому человеку, и он ничто не захочет услышать. Он не будет услышать доводы, он просто хочет то, вот, что ему надо в этот момент. Тут достучаться, по-моему, уже очень сложно. Я даже не знаю, человек должен дойти до такой точки кипения, что сам обращаться за помощью. В этот момент ему говоришь, вот тебе нужна помощь, тебя пошлют очень далеко. Именно. Как в любой работе с зависимостью, человек должен нащупать свое дно. Вот когда он нащупывает дно, да, это, например, тоже химически зависимый человек, вот с работы его выгнали. Для одного это дно, для другого другого. Также и в эмоциональной зависимости. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня Дмитрий зовут. Дмитрий, очень приятно. Какова ваша точка зрения? Ну, я не совсем понимаю суть вашей передачи. Вы пытаетесь предостеречь кого-то от любви или чем вы занимаетесь? Никто от любви никого не предостерегает, но просто нужно понимать, где есть зависимость к человеку, а где есть все-таки ощущение любви. Вот это мы сегодня и пытаемся понять. Это вообще бывает, разве? А вот мы сегодня это и пытаемся понять, может быть, затронуть понемногу эту тему. Мне кажется, что не бывает без зависимости. Не бывает. Ваша точка зрения такова. Почему вы так считаете? Ну, вы знаете, когда человек испытывает такие эмоции, он невольно впадает в зависимость от другого человека. Любовь и зависимость — это взаимосвязано, вы считаете, да? Да, я так считаю, да. И мне кажется, что
не надо никого предостерегать. Это самое лучшее чувство. Вы никогда не поймете ни смысла жизни, ни вкуса жизни. Это одно из самых ярких и лучших переживаний человека на Земле. И, конечно, это сопряжено с риском, безусловно. Безусловно, можно получить такие отношения, которые могут испортить вам жизнь, вплоть до самоубийства. Дело доходит. Вот именно вы сейчас, Дмитрий, вы сейчас затронули ту вещь, которую я хотел вас спросить. Хорошо, эти великолепные, прекрасные чувства, но если они начинают причинять страдания, люди говорят, я страдаю от любви, я страдаю без тебя. Ты уже начинаешь, значит, задумываться, тогда это любовь или все-таки это зависимость? Почему я чувствую боль из-за этого человека, даже когда его нет рядом со мной? Это любовь, это другая сторона любви, просто нет ничего однозначного. Есть многогранная любовь, она согревает, бывает в тяжелых ситуациях, бывает наоборот. За все надо платить, за все свои, как сказать, за ту же любовь, она не дается просто так. У нее есть цена, которую вам придется заплатить в любом случае. Ни у одного человека я не знаю, что любовь прошла так гладко, безболезненно, все было весело и хорошо. Нет, и переживания, и горе, и страдания, но и все это, и радость, и счастье. Понять счастье можно только испытав горе, я так считаю, и пройти через какие-то испытания. Вот. Спасибо большое, Дмитрий, за ваше мнение. Коллеги, есть что прокомментировать? Ну, это, по-моему, старая просто такая фраза про то, что стерпится, слюбится, да, Бог терпел и нам велел, и вообще любовь — это страдание, вот, я ее просто услышала, а я на нее сразу включаюсь, потому что, ну, у меня, например, не сходятся здесь файлы, я не воспринимаю любовь как страдание, да, есть переживания потерь в отношениях, действительно, есть переживания тяжелые, есть какие-то определенные утраты, есть определенные стадии, есть критические, есть даже какое-то отвращение к партнеру и прочее. Ну, вот какие-то страдания и мучения, которые... Ну, это не о любви. На мой взгляд, это как раз о зависимости. Когда ты зависишь от настроения человека, когда ты... Ну, к примеру, вот муж не прислал тебе с утра смс-ку, да? А вот, все, день-то не заладился, как бы не любит. Но он меня не любит, и все, не любит, и не любит, да, да, то, что у него могли какие-то произойти определенные там события, или позвони сама, скажи о своих чувствах. Угу. А у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, мы вас слушаем внимательно. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ой, здравствуйте, очень плохо слышу вас. Мы вас тоже не очень... Мы слушаем внимательно. Ой, очень плохо слышу. Вы знаете, мне кажется, что... Ну, как можно? Любовь — это... Любовь и зависимость — это... Ну, в данном случае это одно и то же. Вы сами подумайте, человек вот кушает, он зависим от еды или независим? Это его естественное состояние, он не может... без этого. А как же анорексия и булимия? Это же пищевые расстройства, из-за которых человек страдает. Подождите. Так и в любви. Человек просто не может жить без любви. Он так создан уже. И как это расценивать? Зависимость это или нет? Это его естественное состояние человека. А то, что кто-то там страдает от чего-то, это совсем, это уже от обстоятельств зависит. Любовь здесь вообще ни при чем. Спасибо большое за ваш звонок. Ну вот уже второй звонок идет, который говорит, что нельзя разделять вот зависимость, любовь. Это все-таки какое-то единое, одинаковое чувство. Я на самом деле согласен и с предыдущим звонившим, то Дмитрий был, и с этим. Я считаю, что зависимость любовная формируется из влюбленности. И чтобы не застрять в этой зависимости, нужно, чтобы эти отношения развились в нечто большее. Потому что мы не можем с каждым встречным просто сблизиться, просто стать откровенными, уязвимыми, эмоциональными. Это должен быть определенный человек, которому мы доверяем, с которым мы через что-то прошли. И, конечно, поначалу нас накрывает это чувство, о котором все говорили, о котором говорил Дмитрий, за которое можно и пострадать, и так далее. Но если эти отношения, а не любовь, именно отношения, превращаются в муку под соусом любовь, то, конечно, ничего хорошего в этом нету. Антон, может быть, действительно не надо разделять их два понятия? Это просто выдумки психологов, и все, а в нормальной жизни чувствую нормально, без проблем. Ну, мы сегодня действительно подошли к этому вопросу, к слову, зависимость, любовная зависимость, как будто это какое-то уж очень прямо такое вот ужасное чувство. Люди, вот, как видишь, с этим не согласны. Ну что ж, да. Просто я меня немножко так распираю. Сейчас меня полетят там камни радиослушатели, но я вернусь к теме про общественные вот эти стереотипы и прочее.
И у нас, вот знаете, такой как бы шлейф еще идет советского и постсоветского времени про то, что там у нас домострой, у нас там определенные какие-то женские роли мужские. Институт семьи, в конце концов. Институт семьи, да, сейчас, подожди, камни будут после, наверное, перерыва. Сейчас у нас новое направление, знаете, такое вот, но тоже немножко патриархальным чем-то, ведическая философия, где у женщины тоже свое место, вот, да, и ты туда не лезь, и сюда, значит, не лезь. Потом каждая, вот мне нравится этот пример про 30, про новогодний вечер, где мы все сидим и смотрим «Иронию судьбы». Давайте посмотрим на вот на «Иронию судьбы», как на вот, мне кажется, что это такой, знаете, типология для клинического психолога все-таки, правда. Потому что у нас там есть персонаж Надя, да, которая не выбирает мужчин вообще, в принципе, сама. Ее выбирают. Вот там, ну, так вот по фильму получается, такая сюжетная линия. Потом у нас есть товарищ Ипполит, который за непутевую готов, собственно, вот на ней вернее жениться, потому что... А, непутевая, так он, она же еще его не любит. Ну, там же как бы очевидно, что она в него все равно готова. Но она говорила, что из-за его ревности. Вот, да. И вот самый такой главный это герой, наш Лукашин, очень инфантильный товарищ, проживающий с мамой, который в конце у нее еще и разрешение на брак вообще, в принципе, спрашивает, да? То есть мы все смотрим и смеемся. Ну, как бы это смешно какое-то определенное количество раз, пока ты не понимаешь все эти реальности. Потом у нас есть потрясающий... Я люблю эти фильмы. Правда. У нас есть фильм «Москва слезам не верит», где у нас типичный нарцисс, который с самого начала нарушает границы женщины, который в квартиру ее врывается на выходных, когда она там спит со своей дочерью и прочее, прочее. Это все очень как бы демонстративно в этом фильме показано. И я просто к чему говорю, что вообще, в принципе, вот эта как это, пропаганда вот этого зависимого поведения, конечно, тогда и любовь должна быть тоже у нас зависимой. Да почему же нет? Это очень удобно, когда все в зависимости пребывают. А как бы в завершении этой мысли хочу сказать таким образом, что цель любви, вот любви как полноценного, это потрясающее чувство. Я согласна с теми, кто описывал, это здорово, причем это не очень противоречит тому, что говорим, например, я и Никита. Цель любви — это о другом. Да, мне другому хочется тоже делать хорошо. Себе хочу хорошо, потому что я здоровенький. И другому я хочу, чтобы ему тоже было хорошо, потому что я здоровенький. А вот цель зависимости — это усилить или повысить свою тревогу. Это быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком. Это про не быть отвергнутым. Это про заслужить любовь. Тут фокус на другом. И вот когда это понимание есть, то и отношения можно строить очень полноценные. Мы пока начнем собирать камни, чтобы покидать немножко Валю, пускай они будут салфеток или чего-то такого, но все-таки давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, после которой продолжим говорить о любви и о зависимости. Музыка. Only 17 when she looked at me that way.
вместе и врозь. Ну что ж, мы продолжаем нашу сегодняшнюю передачу «Вместе и врозь». Сегодняшняя тема — любовь и чувство зависимости от человека, чувство любовной зависимости. Это взаимосвязано или это два разных чувства? Нужно ли от какого-то избавляться или нет? И вообще, что это из себя представляет? У микрофона Сергей Овчинков, за пультом звукорежиссера Хейли Холлан. Наши гости сегодня — психологи Никита Григорьев и Валентина Склярова, а также человек с жизненным опытом Антон Шумихин. Продолжаем дальше разговаривать, пока звучала музыка. Прозвучала такая фраза, что может быть, есть ли какие-то варианты от того, как избавиться от подобной зависимости. Да, вакцина одиночества — это интересно, но с другой стороны, потакать этой зависимости тоже опасно. Хорошо, ладно, она согласилась, чувствуя, что он зависит от нее, ладно, она допускает, или он ее допускает, все, они живут вместе, но все равно это получается ненормальные какие-то отношения, потому что один партнер от другого все время что-то требует, вот и сам не понимает чего. Ну, это называется, на самом деле, в психологии комплементарность. То есть, как бы, там, где есть зависимость, обязательно есть созависимость. Там, где есть, как бы, властная женщина, обязательно найдется такой, ну, слабенький, подходящий ей мужичок. То есть, ну, это, как бы, очевидно, все находят друг друга. Тут вопрос в согласии жить с таким неврозом. Если никто не против, ну, пусть, ради бога. Это же, если это не доходит до какого-то определенного беспокойства. Но при этом даже представить такой вариант, что кто-то из этой пары решил разорвать отношения, и в этой паре как раз присутствует зависимость, а не любовь, это очень сильно чревато последствиями. Я даже не знаю, какие вообще могут быть последствия, причем такие драматичные. Хотя ты знаешь, я вот сейчас немножечко, да, услышав тебя, дополню. Если говорить вот про механизм зависимости, даже берем химическую, когда человек выздоравливает, да, там наркоман, например, он выздоравливает, то 70% его возвращения к употреблению — это саботаж семьи. Почему? Потому что уже в семейной вот этой вот схеме его, как бы, болезнь — это как симптом для того, чтобы они тоже что-то получали. И очень часто, спустя какое-то время, например, у них там 2 или 3 года есть вот этот период, где они должны быть там чистыми, трезвыми, чтобы сознание было, да, вот такое ясное. И многие говорят, что я не чувствовал, что я объект любви, но я точно знал, что я объект заботы. И вот в этой заботе очень много чего-то очень есть такого нездоровенького. То есть вот те же мамы, которые дают, да, там денежки на химические, вот. И у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас внимательно. Наверное, нас просто решили послушать, но при этом никак не комментировать. 6-11-41-41, дорогие радиослушатели, в эфире передача «Вместе и врозь». В прямом эфире передача «Вместе и врозь». И все же хорошо, если мы поговорим о возможности избавиться от этой зависимости. Вакцина от одиночества. Вакцина одиночества. Хорошо, я вернусь к этому варианту. Давайте гипотетически представим такой вариант вообще. Ну вот они вместе работают. Он или она зависим от другого. Означает ли это тогда, что нужно вообще увольняться с работы, потому что нужно это пережить? Ведь каждый раз, приходя на работу, ты видишь объект своего вожделения, обожания, но при этом ты начинаешь испытывать дикую трудность. Это может сказаться на твоей работе, в конце концов, на твоей карьере. Или так тоже можно спокойно перетерпеть, пережить, и чтобы ломка прошла? Как вы считаете, все? Ну, я бы на самом деле назвал это вакциной не одиночества, а вакциной самодостаточности. Потому что бывает так, что люди могут продолжать жить вместе, продолжать работать вместе, но на вопрос «хочешь покушать, вот я тебе приготовил», можно ответить «спасибо, я уже поел», и пора посмотреть, что не умру ли я от чувства стыда и вины, что я тут не воспользовался чьей-то помощью. То есть это как раз... об этом, о том, что мы в состоянии отвечать за себя, и оказывается, мы можем быть и сами, и сытые, и довольные, и можем заниматься своим счастьем, и потом уж даже делиться им, а не требовать этого счастья от другого человека. Антон? Не очень понимаю, что такое вакцина одиночества. То есть лечение зависимости одиночеством, это имеется в виду? Ну, это один из вариантов. Ты чувствуешь зависимость к человеку. Ты не получаешь ответной реакции. Что ты будешь делать? Добиваться, я не знаю, там стучать, бросать, опять же, камушки, которые мы не кидали все-таки во время музыкального перерыва Валю. Или все-таки нужно уйти в сторону, перетерпеть, я не знаю. С глаз долой, сердце вон. С глаз долой, сердце вон. То есть, да, имеется в виду любовь, я люблю, а меня нет. Ну, меня скажи, не замечают. Это я так считаю, да. Хотя бы я зависимый человек. Но я, например, я вот так думаю. Ну, это, конечно, уже действительно зависимость, а не любовь. Это просто зависимость. Если я влюбился, я не вижу вокруг ничего, и я хочу, чтобы она мне ответила своими чувствами, а вот
не получается. Я думаю, что тут уже не важно, на работе вы вместе работаете или где-то еще встречаетесь. Но это уже вообще не имеет никакого значения. Это просто нужно пережить. И если ты не хочешь понять, что насильно мил не будешь, то ничего тут сделать уже невозможно. У нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Людмила, первый раз в жизни вам звоню, хотя Радио 4 – это любимое мое радио. Спасибо большое, очень приятно. Ваше мнение по поводу сегодняшней темы? Ребята, у меня, значит, такое мнение, что я первый раз в любовных отношениях, зависимость. Знаете, что мне кажется? Это слово даже не подходит. Зависимость, когда там материально зависит, там еще как-то. А мне вот кажется, что привычка. Сначала там симпатия, влюбленность, а потом просто человек привыкает. И когда там расстаются, и уже там начинают, ну там новые там отношения завязываются, все, то просто, ведь бывает так, что там, может быть, и не совсем там влюбленность или что, большую роль играет привычка, это мое личное мнение. Ну, в принципе, можно сказать, да, что привычка – это довольно такой неплохой термин, но привычка – это то, чем ты занимаешься время от времени, и потом у тебя появляется в этом необходимость. А тут зависимость – это супротив твоей воли даже. Ну, я думаю, что здесь не привычка, скорее, может быть, даже слово. Спасибо, Людмиле, за звонок, а такое хорошее слово – привязанность. Оно, может, многим нравится, может, нет, как оно звучит, но на самом деле в теории это и есть. Вот разница между нормальной привязанностью к человеку и вот этой нездоровой эмоциональной зависимостью. Разница привязанности к человеку – это просто, может быть, дружба. Многие могут поспорить, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Но даже а в дружбе тоже может быть эмоциональная зависимость, Сергей? Ну, это, на самом деле, может быть в любых отношениях. Как если бы, ну, может быть, некрасивый пример, но если бы алкоголик сказал, что «да я не алкоголик, я просто привык пить пиво». Угу. И все, проблемы нет. И у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте. Вы меня слушаете? Мы слушаем внимательно. Представьтесь, пожалуйста. Я Галина. Галина, значит, очень приятно. У меня такое мнение, давно сложившееся, я пережившая кошмарную страсть. Я подразделяю страсть и любовь. Любовь – это прекрасное чувство, данное нам свыше. Страсть дана от дьявола. И все переживания, страдания, все. Вот несколько строчек, просто если позволите, своего... У нас, к сожалению, Галина, мы понимаем прекрасно ваше мнение, вашу точку зрения, разница между страстью и любовью, но у нас не так много времени, буквально еще несколько минут. Но вот сейчас, да, зависимость заменена термином «страсть». Может быть, действительно так и есть? Мы оба вздохнули, но давай, Никита. Ну, на самом деле, мы этой темы касались. Я считаю, что вот эта чистая, приятная, долгая любовь, о которой все говорят, о которой все мечтают, она невозможна без вот этой вот химической зависимости, страсти, без этого накала гормонов. Только пройдя через все это, пройдя через кризис и через ссоры, мы можем выкристаллизовать отношения, которые мы будем ценить. Без этого это просто допинг и, ну, та, ну, зависимость. Валя? Я просто вспоминаю, что мы в прошлый раз тоже было уже сказано мое мнение на этот счет, что любовь – это, в принципе, теплые чувства, которые ты тоже сам в себе развиваешь, да, вот, к человеку, которого уже выбрала твоя либидо. Да? И вот это вот теплые чувства – это про то, что любовь деятельна. Да? Мы любовь, она, мы как бы сами ее в себе тоже взращиваем по отношению к этому человеку. Мы работаем вместе в паре над нашими отношениями, мы создаем коммуникацию, мы поддерживаем друг друга. Вот о чем такая вот безопасность? Да? Это вот я спрашиваю своего партнера, что вот если мне будет плохо, да, это из теории привязанности, если вот мне будет плохо, если я буду нуждаться в помощи, могу ли я точно знать, что да, ты ко мне вот придешь на помощь, да, и я получаю этот ответ, да. То есть, ну, как бы для меня это вот теплые чувства, которые мы создаем оба, да, наша, это деятельная любовь, любовь — это еще по-другому глагол. Ну, вот на самом деле это так, да, вот она активна сама по себе и конструктивна. Ну, вот. Антон. Я думаю, что мы приходим в разговоре к тому же, чего и начали. Вот, как я сказал в самом начале, если мы... Что такое любовь, да? То есть, если я знаю, что я могу жить без этого человека, но не хочу жить без него. Вот для меня это любовь. Я бы дополнила здесь, что любовь, на самом деле, действительно, она не отменяет воли. Вот, она не отменяет человеческой воли. И, а все остальное, вот в зависимости, там как раз про шантаж, там про манипуляции, там про попытку воли человека, собственно, манипулировать. Вот. Ну, у меня тогда возникает вот небольшой вопрос. Хорошо, мы послушали звонки наших слушателей, некоторые из них практически сказали, что да, любовь – это прекрасное ощущение, не надо это все разделять. Кто-то начал, вот как Галина, она разделила, да, есть страсть и любовь.
Неужели получается тогда, может быть, это действительно искусственно вытянуто, высосано из пальца, вот есть зависимость, и есть любовь, может быть, не стоит на это даже обращать внимание? Зачем тогда психологи придумали вот тогда вот этот термин и разделили мухи отдельно, котлеты отдельно? Зачем? Я думаю, об этом речи бы вообще не было, если бы к психологам не обращались люди с симптомами и с травмами, которые повлекла как раз вот эта зависимость, с которой самим очень сложно справиться, как и с химической, с алкогольной и так далее зависимостью. Когда другой становится неким, знаешь, Сереж, источником питания. Для меня вот этот другой становится источником питания. Мы не питаем вместе наши взаимоотношения, а я что-то... То есть если я паразитирую на этих отношениях. Я бы есть такое понятие так. Энергетический вампир даже. Да. Но уместно здесь. Наше время уже потихоньку подходит к концу. Ну, давайте, может быть, под занавес сегодняшней передачи подведем какие-то определенные тезисы все-таки. Даже исходя из звонков наших слушателей, мы получили разные точки зрения. Ну, как вы считаете, есть ли возможность избавиться от зависимости, при этом не причинив вреда человеку, которому ты испытываешь это чувство зависимости? Про любовь мы сейчас не говорим. Все-таки мы зависимость разбираем. Mm-hmm. Никита. Ну, насчет вреда, я бы сказал, что мы растем через кризис, и совместный рост, совместный кризис – это и есть то, что выкристаллизовывает любовь. И да, я считаю, что вот это прекрасное чувство, о котором все говорят, оно невозможно без зависимости, без этой страсти, но это результат долгого времени труда. Валя? Слушай, ты знаешь, я очень сейчас крепко задумалась, на самом деле, над тем, что сказать в конце. В конце передачи уже, да? Да, я так сейчас немножко... Я все-таки очень разделяю то, что любовь, вот, да, повторяюсь, что это деятельное чувство, оно направлено на созидание отношений с другим человеком, а не на то, чтобы компенсировать через эти отношения что-то для себя. И, по-моему, это такая основа, которая очень хорошо разделяет. Любовь не мучает, ребят, любовь от любви не страдает, любовь радует, она прекрасные чувства в нас зажигает, она не может быть дурманом, потому что если это дурман, вот в терминах зависимости, если это дурман, то это измененное состояние сознания. В этом здоровья нет. Антон. Я думаю, что если человек разумный, если он может отстраниться на минутку и посмотреть на себя со стороны и понять вообще, что, ребята, что-то со мной не так, я стал зависим, я просто уже действительно болен, тогда он может исправить эту ситуацию и избавиться от этой самой зависимости. Но, к сожалению, это могут не все. И вот некоторые не могут это сделать без посторонней помощи, без помощи психологов и так далее. Ну что ж, спасибо большое, дорогие гости. Напомню, что у нас сегодня в гостях были психологи Никита Григорьев, Валентина Склярова, человек жизненного опыта, Антон Шумихин. Надо на лбу себе уже это написать. Да. За пультом звукорежиссера сегодня была Хейли Холлоу. У микрофона ваш покорный слуга Сергей Овчинков. Живите вместе, но не врозь. И если у вас чувствуется какая-то зависимость... Дай Бог, чтобы вы нашли силы заглянуть в себя и ответить на самые сокровенные вопросы, от которых вы стараетесь убегать. Посмотрите им просто в глаза, они сами испугаются. Услышимся через 2 недели. Всего хорошего. Пока! Вместе и врозь.